Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта Agenda.ru. И сегодня продолжу рассказывать о том, какие вкусные блюда можно приготовить из овощей. Запеченные помидоры с луком. Возьмите 1 килограмм помидоров без кожицы, 1 луковицу, 2 дольки чеснока, 250 грамм пшеничного хлеба, соль, перец, 1 стакан, 200 грамм сметаны, 2 столовых ложки пармезанского сыра. Помидоры мелко порезать, лук и чеснок очистить, порезать. Пшеничный хлеб мелко порезать, все перемешать. Приправить солью, перцем, положить в форму для суфле. Парить 1 стакан 200 грамм сметаны. Посыпать сыром, поставить в духовку. Электропиталка 175 градусов, газовая плита 2-3. Время приготовления около 45 минут. Речи. Перед вами на фотографии. Сейчас я расскажу о том, как его приготовить. Возьмите по 2 стручка красной, зеленой, желтой паприки, 2 мясистых помидора без кожицы, 2 крупных луковицы, 3 дольки чеснока, 5 столовых ложек растительного масла, 4 чесночные колбаски. Паприку разрезать пополам, вычистить, промыть, порезать полосками. Помидоры мелко порезать, луковицы очистить, порезать. Чеснок очистить, порезать ломтиками. Растительное масло разогреть в большой сковороде, добавить овощи. 4 колбаски порезать кружками, добавить к овощам. Тушить под крышкой около 35 минут. Подавать с темным пшеничным хлебом. Также вкусный со сметаной. С вами была Анна, администратор сайта Винтерфору. До свидания, до новых встреч!